ней сразу. Это гора Червак. Ну, в народе Червак, а так безымянная вершина. 1412 высота у нее. Спустя две недели все желтое уже. Аксарсай, нам предстоит вот идти туда. Спасибо тебе, мама. Не скупай. Заброшенных домов только нету. Как бы если там духа так должна была быть дальняя, разрушенная. Куда падем, смотри. Ага. Это я понимаю, дача. Выстроит вон только. А там прям по сутоку вот это сделать крышу есть? Да, лезем. Там этот, сель. Это нет, не постройки, говорится, а когда еще не затопили. В 60-х годах, наверное. Вот это вот балка. Да, это мост, мост. Угу. Как он сюда пришел? Вот такое мелководье на реке Пскем. Это мы на свежак идем, а Женя... Идем. Ну, а еды вот не взяли, даже консервы и то не взяла, хотя бы. Вот здесь устье Мачитас-Гонсая. Где он впадает в Пскем. Идем. Собакин, тебя как зовут? Она пить хочет. Сейчас спустится до Сая, попьет. Чей это? Козлиный, что ли? Или шачий? Да? Давно, видимо, висит? Если бы так, знаете, да, очень не спросил.
Собакин? А, Собакин? Ты откуда такая взялась? А, красавица? Проходи. Ты мальчик или девочка? У него такой этот мордок на медведя похож. Мачитасгон сай. Мачитасгон. Сможешь повторить? Да она сейчас сай спустится, там напьет, сколько влезет ей, да? Селия Мачитасгон сая. Она только пиво пьет, наверное, да? С медом. Она же на пасеке живет. Ага. Мы же из пасеки. Не ин, а ит. Собака так и продолжает нас сопровождать. Мы ей дали имя Айнаташ. Я это только сказал Ки, она сразу хвостом завиляла и пошла. Иди сюда. А это не понимает он. Мачитасгон сай. Ты пчела, я пчеловод. Все мы очень любим мед.
Любишь мед? Аккуратно. Ты корову увидела, встала. Руслан, не надо, не подходи. А то она встала, видишь, собаку увидела. Я ничего. Побежи. Данил-то собирал, собирал. Домой унес. Ой, жирная какая. Слушай, есть можно? Не, вот чай заваривал. Не, ну его есть. Вообще-то собрать хорошо было. Вершина горы Айнаташ. Тебя сфоткать? Дорогие друзья, давно добро пожаловать в Пхукет, Таиланд. Красиво. Oh!
Подбрось нас, зараза. А он остановился, он нас услышал. У него там целых куча мест. Там колонки. Реально там колонки, кстати. Ну, бензин кончился. Она тепла. Понятно. Вторая попытка. Получилось.